10 жителей Бухар-Жыравского района стали счастливыми обладателями земельных участков. Выделены они по программе «Нурлы Жер» и находятся в Доскейском сельском округе. События приурочили к государственным праздникам. Как вручали документы на землю, видел Антон Александров. Этого события жители Доскейского сельского округа ждали давно. Сегодня им начали вручать документы на землю. Она выдается очередникам по программе «Нурлы Жер». В целом по району из республиканского бюджета было выделено 400 миллионов тенге. Деньги разделили по 4 организациям. В Доскее выделили 101 участок, на каждом из них теперь могут быть построены дома. Среди счастливых обладателей земельных участков – Боржан Абдиев. В очереди он стоял 5 лет. Теперь глава молодой семьи получил 10 соток земли в родном селе. Давняя мечта построить свой дом начала сбываться, говорит мужчина. «Я очень рад такому подарку. Для моей семьи это прекрасный знаковый день. Такой сюрприз для нас. Мы очень рады. Я постараюсь сделать родное село красивее. Построю здесь дом». Уже заветные участки для строительства жилья получили 20 семей Доскейского сельского округа. В основном это молодые семьи. Необходимые коммуникации уже подведены, говорит зам. Акима района. Поэтому уже можно начинать строительство. «Посмотрели на участки. Все выглядит здорово. Надеюсь, нашей молодежи все понравится. Желаю им поскорее построить дома и радоваться жизни». Инженерные коммуникации к участкам подводят за счет государственных средств, говорит зам. Акима района. На это дело только для Доскейского сельского округа выделено 100 миллионов тенге. Сейчас здесь около 400 человек нуждаются в жилье. В ближайшее время рядом с поселком обустроят 4 квартала. Это значит, количество черенников станет намного меньше. Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5 канал.